когда коллектив начал распадаться. Кто-то на песок поехал. Слепой ищет, куда бензин ушел. Банда по маршруту. Там мы же договорились по маршруту, но ну, да. Так менять, ну смысл. Ну да, ну не все готовы к серьезным маршрутам просто. Ого, мы не застрянем? Застрянем. Что-то я очкую, Славик. Назар, что-то я очкую. Что делать? Мотор. Мотор решает. Голод мучает. А где-то вода у меня была. Не видел ты воду? Не, не бачу. Маршрут тут жесткий, да? Да. Блин, ёханый бабай. Не боюсь. У тебя спортивная машина. Блин, ну мотор стал работать вообще просто нереально. И крутится. Помнишь, как он мучил? Да. Тогда, когда мы в прошлом скажу, году... Леша перебрал электрику, и все стало на свои места. Ну да, да. Где-то что-то терялось какое-то это. Искра была на корпус. Короче, масса пропадала. А, я понял. И оно тых-пых. Ну, короче, ну оно же, я помню, она нормально не работала. Сейчас, конечно, не, сверлит. Работала, потом не работала, потом работала. Да, не, ну сейчас четко идет. И тяга. Конска появилась. Раньше было слабше. Что-то жестко как-то мы идем. Подвеска спортивная, да? Да, нет. Ну, как амортизаторы Old Man. Чи Old Man. Что-то жестко. Опа, ух, хорошо тут. Известные места. Сейчас помоем машину. Твердо вроде, да? Ого! У тебя там шноркель есть? Да. Слышь, а еще сзади едет кто-то, нет? Да, да, да. Кто? Езжай. Саня. Димон? На трех машинах только остались. Супермен ще десь. Едет он? Він поїхав, він нас там вже чекає. А, он в об'їзд? Да. Блин, ну тут хороший маршрут, слышишь, такие красивые. А зря з нами не поїхали. Красивые места. Да понятно, що зря. А бери, може, дуже. Та ні. Я так розумію, що вони оце води не люблять, да? Непонятно. Минулого року ми заїжджали, це води, блін. А тут в воді було туди. Я думав, він застряв. Опа, Дісна! Ох, тут маршрут чіткий. Вот это мне нравится уже. Вот это уже оно. Класс. Впереди плывет
самурай. Блин, там реально глубоко, ёханый бабай. Еду держу в руках над головой. Опа, стоп. Молодцы, блядь. Да все нормально. Что, да? Что там, штурман вылазит, видишь? Что, все, приплыли? А убери. А? Тихо, тихо. Назар, убери елочку на зеркале. Куда-то ее. В бардачок ее. Не, ну там штурман серьезный. А что он хочет от тебя? Нормальное кино. Мы сели, говорим. Снимай, снимай своего брелка, нахуй. Помой, окна не моются у тебя? Окна не моются? Полоска. Блин, надо дворники тебе, надо новые. Будешь брать аккумулятор и напомни дворники. Да. А ты отключил? Назад есть. Ты не отключай, будь ласка. А? Лебедку включи. Назар, едь назад. Просто едь. А, он может тебя ходом, чтобы ты его вытащил или что? Не. Блин, у меня ноги намокают, елки-балки. А, вытащил ты его. Понял, там опытный штурман и пилот. Вода уже тут. Угу. Дубль 2. Какой там пилот неопытный, да? Блокировки включи, бля! Дубль 2. Да включи! Я понял! Убери елочку эту, положи в бардачок, можешь? Мы тут ездим вперед-назад. А сзади есть люди, нет? Давай выезжаем задом. Алло. Ты видишь дорогу там, нет? Сзади Витара еще плавает. Да, такая Венеция. Какая-то Камбоджа реально, не Венеция. И вон Десна рядом. Вот она, Десна. Класс. Блин, ну, этими восьмым номером... Что, проехал или что? Да. Проехал. Что, в его яму или что? Не прошли мы, да, или что? Сейчас. Может, траекторию поменять сейчас, чуть-чуть? Сейчас. Или ты на коксе хочешь? Что ты задумал? Скажи мне. Да забери телефон. Скажи мне, забери страшно. Забери телефон. А, ты разгон берешь?
вперед. Вперед попробую, по прямой ровно. Шо? Руль не куда-то, не туда, да. На коксе попробую, да, вперед. Вот ровно, уже на второй. Он почти прав. Чуть-чуть попробую назад, чуть-чуть. Не крути рулем, ровно пусть. Не, лебедка давай. Ну, нормально, все равно почти проскочили. Там десна. Да. Так, а что там сзади? Так, едем, едем, едем. Димон там. Мы вперед. Там уже пораздевали. Так, ждем Димона. Блин, ни хрена не видно. Димон идет, фото делаем еще сразу. Сел. Сел, да? Да. Все, мы уже приехали, мы на пузе. Блин, он далеко, капец. Там в первой яме, то есть, да? Назад, да. Чуешь? Так а у него лебеды нету или что? Ты разувся? Чи нет? После на еде, бо ну ее... Чего? Да пропену. Колеса нормальные. Да, он сел там. Сел! Набор сел. Ага. Ну, боком сидит. Так потянутся, работай, хай тянут. Да не отишь. Сколько сдавал? Сейчас они посмотрят. Давай! Давай, давай, давай. Дима, ты мне зеркало, блядь, вперед. Давай, вот давай. Камбоджа на десне. Все, хотя на лебедку. Все, стой пока. Стою. Жесткий, да? Жесткий пилот. Вот это да. Ты понял? Куда ты нас завил, блядь? Джиперы посмотрели на начало и поняли, что надо сваливать, да? А они вовремя свалили. Они вовремя свалили, да? Ну да. Там будет еще жесть кроше. А это лайт пока? Ну пока да. Дальше поедем в лес там под Десною. Там уже воды меньше, но грязь будет такая должна. Ямы такие. Так, выпустили меня на свет божий. Сань, за парком! Да. Там же все съехали. Мы по фарватеру не будем ехать тут? По Десне, нет? По фарватеру, да еще трошки рановато. Где-то... Не доработали машины? В августе машины, да? Надо будет. А, в августе, да, подсохнет. Так, Димон. Ребят!
беду натягуйте, бо прослабло. Ну и тут нормально. Насколько у нас жесткий пилот, смотри, Сань, насколько пилот жесткий, у него на животе даже оффроуд написано. А на груди 4x4, блин. Так, ну что там, Димон? Да, залупазл бы тут доминировал бы, елки-палки, как я не попал. Ну ничего, поедем, поедем в июне по этому маршруту, будет, я думаю, еще не высохнет. Будет нормально тут. Через пару недель поедем. Первого-второго соревнования. Кольцевая гонка серьезная там намечается. Ну, после нее поедем. Хорошее место. Скажи, хай колеса дадут. По песочку интересно. Ага. Джиперы, да? Ага. Да вам не с девочками по песочку. С мальчиками по водичке. Смотрите, тут такая местность. Все было затоплено. Да, вышел. А что-то за люди сзади. Это зрители уже, да? Это подписчики, наверное, идут сзади. С детьми даже. Дети тоже смотрят. Оффроуд. Кованые диски тут, наверное, похожи. Витара серьезная. И тент, там кабриолет, да, все дела, короче. Блин, ямы тут реально нереальные. Стрёмно босиком, конечно, коряги. Говорит, пройдись вперед, снимешь нас. Как я красиво иду, говорит этот пилот с оффроудом на животе. О, хорошо, как походить. Да подожди, блин, быстрей. Говорит, давай быстрей, блин. Хочет. Предлагал, везите на машине меня. Мне говорит, иди, будешь снимать. Блин, колея реально. Выше колена проваливаешься. Так идешь. Ничего. Они далеко так не уедут, наверное. Куда? Куда? Стой! Едет. Такая колея, что... Ровно руль! Лево руль! Лево! Вот так, да! Все, не крути! Пошел! Это все на АТ-шке. Рулем право-лево поработай. Назад, стой. Чуть-чуть назад. Все, пошел. Пошел. Давай. Да и сама. Да, без вас легче. Ох, шикарно. Леха, ты починил, я смотрю, машину, он мне говорил, да? Да? Может, и мне что-то починишь? Вот это красавчик! Это было шикарно! Витара рулит, да? Сегодня, походу, да. Посмотри, смотри на эти ямы! Это жесть вообще! Надо, конечно, какие-то кеды одевать, чтобы не спадали в болоте. Эти удобные, но по болоту неудобно.
выпадаешь. А тут скользко. Да, неплохой начинается оффроуд. Подписывайтесь, ставьте лайки, не забывайте. Дальше будет интереснее, обещали. Ёханы-бабай. Как же ж попасть? Да, неплохо, неплохо. 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 Как бы добраться до белой машины, блин. Какие-то лианы меня опутывают. Ну да. Два штурмана слезли сзади, сразу легче. Да мы просто два жиропаса, блин. Да, да. Еле все утро, да, до двух часов, да. Не, ну мотор, конечно, ты что, звучит и тянет, работает. А я тогда помню, что была проблема какая-то, вот оно не ехало. А что ты на АТ-шке, кстати? А я продал, у меня подношена была ця блогеры, я новые хочу. А ще пока цей. Я знаю, где продают. В тебе? Да не, ну блогера нету. Ну что-то есть. Ох ты, елки-палки, помой окно. Хорошо, идем. Мы правильно едем? А да, тут больше не окно. Не видно ничего, мой окно. Опа, класс. А где Димон? Давай. Сзади Димон идет. Нормально. Что там впереди, жесть, да, или что? Проедем? Да, зацепились. Димон сзади. Ух ты, блин, как он там нырнул. Слышно, да заднее окно помыть, и будет огонь, все видно. Есть? Есть тряпка? Есть, только зовні треба. Ну, зовні треба, да. Ну, сейчас где-то там помоем по дороге. Ритузы чуть поднамочил вниз. Ну, ничего страшного. Не страшно? Нет. Дворники тебе надо купить еще. Так, продолжается. Так куда-то мы от Десны в сторону уже поехали, да? В лес. Я понял, мы это отсюда. Как оно там называется? Там, где песок намывает. А, все, я понял. Так мы в ту сторону едем, да? Ну, я понял, что да. Ну, там, где остров? Да, да. На остров, да. Там, где Валера Ниву утопил. Мне так сдается. Гранд Чероки там утопили тоже когда-то. Не мой, правда? Во льдах. Во льдах. Там есть там зимой, блин, жесткий контент. Да и Валера тогда утопил Ниву. Весной высокая вода была. Да, были там моменты хорошие. Что я там рулевое на УАЗе поломал. Там хорошие места. Вода, кстати, уже такая не холодная градусов. А, це ми на перелив заїхали. Да? Он правильно едет? Ну, він-то да, а ми не знаємо, сейчас подивимося. Що, проїхав? А что тут за дорога? Ого. Там лайт. А тут хард был. По лайту пойдем? Да. Так куда? Я ж на АТ. Ну да. Приборы у тебя там модные. А что это за приборы? А потом расскажу. А тут с краю, там посередине глубоко, да, наверное? Да. Я там зараз не пройду на цій резині. Що? Ух, как идет. Ну, там нема смысла просто. О, сейчас все будет видно нам нормально, наконец-то. Блин, ну не рви так, ты шо, ну... А то случайно. Не чувствуешь силы в ногах, да? Да. Смотри, ну регулировщик с одуванчиком, видел? Да. Вот это уровень покатухи, конечно. Зря не поехали, да? Лайтовики с нами. Да. Слепой там один, наверное, среди поля. Замерзает. Я ему говорил, купи Ниву красную вместо красной этой херни, блин, да?
Ну да. Но уже бы было веселее. Он не служит. Ну конечно, ну полный привод в любом случае. Ну да. Або на кукуху ставить, блин. Да не, ну это не извращенный вариант. Подожди, слышь, это кажется вот это болото внизу, да? Да, 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 да. Мы там тут когда-то точки. Мегаваз глумится над бомбой есть в видео. Тільки ви б, напевно, туди були. Ну, може б туди далі, так. Це воно. Ні, це не воно, що то тут глибоко. Ну, как... це заплив. Це тут, де коли спецучасток був, кажеться, так? Да? Так. Спецучасток на Гаплике був тут. Так. Да? Так. І точки. Точки не помню, но спецучасток, похоже, это болото. Да, это оно, 100%. Ёханы бабай. Вспомнишь все, с вами проедешь тут. Ну, как бы пошло, да? Да. Да ты что, тут бы сейчас бы я доминировал бы вообще жестко бы, блин. Жестко бы доминировал бы, блин. Ну-ну. Не, ну больше такое, не, такие пропуски больше не повторятся, конечно, это... А мне кажется, ты и на гранду нормально бы не шел. Ну, на гранду не знаю, но... А если я на Паджеро приеду? Ну, вообще да, вообще да. Чуешь, 4,8, чи сколько прямо? 4,7, ну... А, ну и у меня же там ремонт уже первый, да. 4,750 уже, наверное. Да, класс. Хорошо идем. Главное, что едет. Вон какие-то тут люди. Вот и Десна. Рыбаки. Красота тут, конечно, блин. Десна просто сказка. Но мы не туда поехали вообще, не в ту сторону. Туда разве? Мне казалось. А, не, вот там здесь. Куда-то ты пошел. Поворот не туда сделал. По рыбакам тебя понесло. Ну да. Да, природа вокруг Киева просто бомба. Ну ж мы с той стороны Десны катались на той неделе. А, в Дубайчине, да? Да, да. А там жестяк у вас был жесткий. Да не. По такому беспределу же просто. Ну там потом, да, концовка была очень жесткая, я еще не дошел до нее. Так все в строю лишилось, а чему вы на... Не, не, все, ну от Туневу стоковую только назад, в конце уже в самом на веревке домой, что-то у нее генератор заклинил. А так она живая, все. Все нормально. Ну вот это красотища. Ёханы бабай. Тебе надо комфорта добавить. За каким чином? Не знаю даже. Пневмоподвеску, наверное. За машина уже будет стоять. А у тебя спортивные ремни. Все, я разгадал, в чем проблемы у нас. Что так трясет? Это из-за спортивных ремней. Он сзади не отстает. А, и сзади же еще какой-то человек на черной машинке, да? Супермен. Супермен! Супермен, блин! Так и ребра можно сломать. Тут, Лежа, у тебя... А не перегибай. Да, да. А что он, смотри, кого-то уже агитирует кого-то с собой взять? Там есть залив, но там уже смач. Они пришли дивитися, сколько воды. Там может быть по крышу. Да? Бо так там, это наша тема, давай. Там просто під Десною ми можемо залізти і не вилізти.